Добрый день, уважаемые подписчики, рад вновь приветствовать вас на своем канале Реально Все. Сегодня мы с вами продолжаем говорить о наиболее перспективных проектах и поговорим о таком проекте, как Bitta Exchange. А сразу же давайте скажем, что данный проект себя представляет. Bitta Exchange – это такая революционная криптовалютная биржа версии 2.0 с экосистемой для криптовалютной адаптации. Что это значит, мы поговорим чуть позднее, но то есть данная биржа обладает множеством преимуществ по сравнению с современными, например, Binance, KuCoin, Huobi и так далее. То есть биржа, имеющая большинство преимуществ, большинство возможностей, которых нет у современных криптовалютных бирж. Об этом мы будем говорить чуть позднее. Сейчас же мы поговорим чуть более подробно, непосредственно о самой распродаже токенов. На данный момент проходит вторая фаза распродажи токенов, на которой вы можете приобрести токены Bitta с дополнительным бонусом. На данный момент прошли уже фазы предварительной распродажи, фаза первой распродажи, где был бонус 45%. И сейчас идет вторая фаза распродажи, на которой перечисляется бонус до 20%. Как видите, бонус распределяется следующим образом. Минимальная инвестиция составляет 1 доллар, то есть 1 эфириум. От 1 эфириума вы получаете 5% за инвестицию от 5 эфириумов 10%, за инвестицию от 10 эфириумов 15% и за инвестицию от 20 эфириумов 20%. То есть видите, что за инвестицию от 20 эфириумов вы получите, например, заинвестировали 20 эфириумов, получили дополнительный токен еще на 4 эфириума. Достаточно такое интересное предложение, достаточно выгодно. Ну и, конечно, дальше будет вторая фаза, на которой также будет дополнительный бонус, но они будут уменьшаться в 2 раза. А на данный момент собрано уже более 1 354 тысяч долларов. И вот в самих токенах Bitta это составляет практически 2 миллиона токенов. Достаточно хороший и серьезный показатель. А непосредственно для того, чтобы присоединиться к распродаже токенов, необходимо нажать Buy Token. А здесь согласиться со всеми условиями и выбрать криптовалюту. Например, хочу я инвестировать в эфириумах, а нажимаю Submit, а здесь мне выдает курс 1 доллар 1 битта, 1 эфириум 503 56 битта плюс бонус. Здесь выдается адрес для перевода непосредственно инвестиции, минимальные инвестиции. То есть мы там смотрели минимальные инвестиции для получения бонуса. От 1 эфириума вы получите дополнительный бонус. Если инвестируете 0.01, бонус вы не получите. Ну, это, я думаю, естественно. И вот, переводите на этот кошелек средства, который у вас здесь, конечно, естественно, будет другой кошелек. Это мой личный. А у вас будет привязан совершенно другой. И дальше здесь уже указывайте свои личные данные. E-mail, дату рождения, национальность, адрес для получения кошелька и ID-транзакция. ID-транзакция – это как раз, который выйдет после перевода средств именно на этот кошелек. Ну и здесь потом подтверждаете и уже получаете свои токены Bitta на кошелек. А здесь также представлена информация по рейтингам проекта, с которой тоже стоит ознакомиться. Например, давайте я вам покажу рейтинг, представленный на ICO Bench. Какую оценку получает проект на ICO Bench. А здесь, видите, оценка достаточно хорошая, 4.3 из 5 на основании мнения одного эксперта. Оценки везде практически пятерки, помимо, кроме ICO профиля. Токен имеет обозначение Bitta, 1 бит равен $0.5. Стоимость на основном этапе ICO 1 бит 1 доллар. Бонус на программу, можете присоединиться, информация по баунти программам, по MVP платформе, о ней мы тоже чуть позднее поговорим. Ну и средства для инвестиций, то есть эфириум, биткоин, лайткоин и биткоин кэш. А софткап проект 1, 1000 эфириумов, она уже собрана успешно. Хардкап проект составляет 30 тысяч эфириумов. Ну и здесь также можете посмотреть непосредственно сам рейтинг проекта, почему дают такую оценку и на чем она основывается. Ну и дальше также хочется ознакомить вас с OnePager и WhitePaper. OnePager — это так называемая одностраничник. Здесь у нас 4 страницы, в которых представлена основная информация по проекту Bitta Exchange. То есть видите информацию по roadmap, по команде, по преимуществам и по непосредственной вводной информации по Bitta Exchange. Ну и естественно здесь также можно ознакомиться с white paper проекта. White paper — это так называемая белая бумага, в
которые представлена вся необходимая информация по данному проекту. Как видите, white paper проекта составляет 30 страниц, а в нем представлена table of contents, то есть информация по содержанию. А здесь у нас сначала введение, дальше некоторое обоснование продукта, почему именно необходимо выбрать BitExchange, какие преимущества у BitExchange, говорится также об экосистеме BitExchange и так далее. Мы можем кратко познакомиться с всем этим, далее вы уже более подробно будете сами рассматривать вопросы, которые вас более всего интересуют. Абстракт здесь введение, то есть уже введение в идею, говорится о том, что послужило непосредственно созданию данной платформы. Здесь Vision, Introduction, то есть уже краткое описание продукта. И здесь важный раздел, где разбираются непосредственно преимущества BitExchange перед другими различными популярными биржами. Самый важный, это, конечно, находится здесь. Например, Margin Trading не применяется нигде, а у BitExchange он будет. Обычный трейдинг, но это практически у всех есть. Лендинг, которого практически ни у кого нет. Стейкинг, которого также практически ни у кого нет. Реферальная программа также присутствует. Сигнал трейдинг, которого ни у кого нет. И Borrowing, тоже которого ни у кого нет. Об этом мы будем говорить чуть более подробно в дальнейшем. Посмотрим, что это и для чего это. Ну и здесь также описывается, что такое BitTo, что такое POS, Proof of Stake, то есть подтверждение, и зачем оно применяется именно в BitExchange. Информация по распределению токена и так далее. А здесь говорится об экосистеме, BitTo Foundation, Lending и Borrowing. Это вот как раз те преимущества, которые имеются у проекта BitExchange. С ними вы здесь можете ознакомиться более подробно. И информация для лендеров и для борроверов. Ну и в дальнейшем также информация по стейкингу, то есть по всем преимуществам, которые имеются у платформы BitExchange, здесь они описываются. Ну и более подробное описание в FAQ, вот команды проекта и так далее. Но о них мы сейчас будем говорить более подробно на сайте проекта. По экосистеме сразу же также хочу сказать, что представлена информация в видеоформате от разработчиков данного проекта, с которой вы можете ознакомиться более подробно, посмотреть информацию, посмотреть, что она из себя представляет, и дальше уже более детально разобраться в данном проекте. А сразу же также хочется отметить, что у BitTo Trading Exchange есть уже MVP-платформа, то есть некоторая уже работающая в демо-режиме платформа, с ним мы также сейчас ознакомимся. То есть видите, как она выглядит. Есть информация по кошельку, по ордерам, возможность выбора языка, например, связаться с менеджером, выйти из личного кошелька, информация по стоимости, например, криптовалюты. Естественно, сейчас не такая. Здесь просто так для вида сделано. Ну и здесь уже вот эти как раз borrowing, lending, как раз можете посмотреть, что они из себя представляют и для чего они существуют. Прямо на лендинг перейдете, здесь вот такая информация будет представлена. Посмотрите, как это работает. Сигнал, прямо здесь будут сигналы различные, трейдинг. И непосредственно exchange, сама биржа, где вы можете приступить непосредственно к торговле, к привычной торговле, то есть стакан цен на продажу, на покупку. И здесь уже сможете непосредственно приобрести или продать, например, биту. Ну и, конечно, здесь будет огромный выбор для других криптовалют, с которыми вы также можете торговать. Также о чем хочется поговорить. Здесь представить информацию по непосредственно информацию для токен-холдеров. Здесь, как видите, описаны преимущества для токен-холдеров, например, для тех, кто приобретет токены BitExchange и будет их хранить на долгое время, то есть на перспективу, чтобы в расчете на год или там несколько месяцев получить хорошую с них прибыль. Также здесь представлена информация по token distribution, то есть видите, что 21,7% идет на непосредственно POS, 87% реферальная программа, 87% команда, 87% bounty и 17,3% резервный фонд. Ну и, конечно, 34,9% это token generation, то есть распродажа токенов. Token allocation – это непосредственно информация по распределению средств, собранных на распродаже. То есть 40% средств пойдет непосредственно на поддержание биржи, на ее дальнейшее развитие.
10% в резервный фонд и дальнейшая разработка кошелька и биржи, 15% легализация, 5% непосредственно APR, 20% оперативные расходы и 10% маркетинг. То есть здесь информация также по токенам, то есть по hard cap, soft cap, ICO price. То есть видите, что токен символами обозначается BITTO, ICO price 1 доллар, а soft cap проект составляет 1 миллион долларов, hard cap проект составляет 12 миллионов долларов. Ну, как вы видели, soft cap проект уже собран. А дорожная карта также стоит отметить, как видите, она достаточно такая объемная. Первое упоминание еще в третьем квартале 2017 года, когда началось пресейл 22 декабря 2017 года. Ну и дальше уже началась более такой детальная разработка проекта BITTO.